Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусные баклажаны. Я уже подготовилась. Нарезаем. Я нарезаю не сильно большим кубиком и не маленьким, чтобы они у нас не разварились. Варим ровно 3 минуты. Все, нарезали. Пока у нас закипает вода, мы с вами приготовим маринад. Это пока убираем. Здесь у меня лук, чеснок. Добавляем растительное масло. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Уксус. У меня уксус 5%. Видите? Добавляем уксус. Добавим сейчас 2 ложки и попробуем. Раньше был 9%. Так, зелень. Если у вас есть возможность, добавьте свежую зелень. Но у меня только замороженная. Такая. Поэтому добавлю замороженную. Соль. И сахар. Все, пока мы будем отваривать, наша эта ароматная смесь постоит, лучок промаринуется. А у вас как раз есть время подписаться на мой канал. Отвариваем наши баклажанчики, повторюсь, ровно 3 минуты. Немножко в воду подсолим. Но не забывайте, мы уже сделали маринад соленый. Во время варки надо или постоянно помешивать, или гнет. Положи так. Оп. Оп. Все. 3 минуты. Наши баклажаны готовы. Теперь хорошо мы их отжимаем в наш маринад. Хорошо перемешиваем. Перекладываем в баночку и на несколько часов в холодильник. Чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Спасибо, что вы были со мной. Благодарю за вашу поддержку и подписку. Все, закрываем крышкой и ставим в прохладное место. Красота!